детский сток, бренд Original Marinos идет. Так, это хлопок, бодик. Посмотрим, какой возраст. На 6-9 месяцев написано. Так, тоже такой же возраст, 6-9 месяцев. Хлопок Original Marinos. Так, здесь у нас, давайте откроем, посмотрим. Так, на 10 лет футболка, тоже хлопок. Так, штанишки получаются на 2 года. Белая, я думаю, нет смысла открывать. И так понятно. Так, здесь давайте посмотрим. Так, возраст указан 12, это, наверное, месяцев. Все-таки на годик получается. Рубашка, думаю, тоже нет смысла открывать. 6-9 месяцев. Мальчиковая рубашка. 12 месяцев, годик. Тут получается рубашка и жилетка. Тоже это все Original Marinos. Три, шесть месяцев бодик. Восемь. Тут, наверное, 8 лет. 18 месяцев. То есть получается на 1,5 года. Блузка детская. Так. Это вот не Original Marinos, это Neck and Neck. На 8-9 лет, 118-130 сантиметров указан рост. Будем открывать или нет? Ну, это получается джинсы для брюки. Я думаю, нет, наверное, смысла открывать. Оставим. Так, с какими-то цифрами. Рубашка. Тоже Neck and Neck. Бренд на 3-6 месяцев. Футболка годик, указан возраст. Еще одна футболка, 18 месяцев написано, 1,5 года. Шесть, девять месяцев. Шапочка. Так, на 10, это 10 лет или 10 месяцев. Давайте все-таки откроем, посмотрим. Так, вот тут есть какие-то пятна. Хотя вещь лежала в пакете, но где-то как-то, видимо, испачкался, потом попал в пакет. На 10 лет футболка. Так, здесь у нас... Сейчас я не вижу, что это такое. На 6. На 6 лет. Так, на 10 лет. Шесть, девять месяцев написано. Но возраст тут не такой большой. Тоже 6-9 месяцев. Как видите, в основном такие малышовые, скажем, бэбики. Такие вещи, поменьше. На 3 года, видимо, троечка там стоит. Так, футболка. С утятами. Из Скрудж Макдака. Так, вот таких вот больших вещей очень мало. Здесь написано 10 лет, хотя... Кажется, как будто побольше возраст. Так, платье. Платье у нас тоже на 6-9 месяцев.
Здесь у нас 6 написано. Шестерка. Видимо, 6 лет. Так, это бодик маленький. Блузка на 8 лет. Шесть, девять. Опять очень много вещей на от 6 до 9 месяцев. На 8 лет бриджи. Тоже, кстати, Original Marinos. В основном идет Original Marinos. Встретился нам бренд Neck & Neck, но было буквально 2 или 3 вещи. Так, десяточка, видим, на 10 лет. Восемь. Здесь у нас тоже, кстати, вот 6,9 комплект. Десять лет, сарафан. Далее на 2 года юбочка. На 8 лет. Тоже вот на 8 лет. Футболка на этот раз. Двенадцать лет указан здесь возраст. Вот на 12 лет немного вещей, 18 месяцев с котом Феликсом, то есть получается на 1,5 года. Вот вновь у нас тут идет 6,9. 116 сантиметров указан рост, бодик детский. Так, тоже бодик. 3,6, то есть от 3 до 6 месяцев. По-моему, брюки. Ну, давайте посмотрим. На 10 лет, получается. Так, такие же, только немножко другая расцветка, но это шорты. Оказалось, это шорты. Так, 140 сантиметров указан рост на 10 лет. На 6 лет что-то интересное. Да, на 6 лет. Получается, тут в комплекте болеро. И тут рукава длинная, танковка. Слушай, забери, пожалуйста. Так, футболка на 2 года. На 10 лет. Вновь 6-9 месяцев. И на 8 лет. Так, на 8 лет. Вот такая футболка. 6-9. Так, шорты. Тут нет, кстати, вот этикетки, да? На 8 лет. Далее 14 лет. И здесь 16 лет. Вот 16 лет, это, по-моему, первая вещь у нас, потому что все остальные были гораздо меньшего возраста. Таких подростковых вещей тут мало. Так, вот 14 лет. Девять месяцев. Футболка, по-моему, да? 12 месяцев, получается, на годик. Это какой-то комплект. Так, штанишки. Рисунки прилипают. И получается танковка вот такая, свитшот,
такой комплект. Тоже что-то интересное. Так, с капюшоном. Мишка тут есть. Камушки. Возраст указан 10 лет. Так, футболка на 4 года. Эта футболка на 6-9 месяцев. На годик. Так, и на 4 года, видимо. Кря-кря. Или это га-га-га. Так, 9 месяцев. И тоже 9 месяцев. Это, по-моему, комплект. Да, комплект. 9 и 9. Я немножко перепутал, конечно. Вот такой комплект получается. И здесь вот такой вот комплект. Ладно, вернемся на место. Далее джинсы большие. 14 лет. Шесть, девять месяцев. Три, шесть. Много вот бэбиков, кстати, до одного года. Очень много вещей. Видите, опять. Шортики и футболка. Так, толстовка на 14 лет. Мини Маус. Так, тоже вот футболки. Возраст только не вижу. Тут написано 18. Это, по-моему, вообще комплект. Давайте посмотрим. 18 месяцев, это получается полтора года. Полтора года. Но я думаю, у вас с математикой тоже все в порядке. Так, футболки и шорты. Так, еще одни шорты на 12 месяцев, получается, годик. На 6 лет джинсы. Так, шорты. На 14 лет футболка. 9-12 месяцев до годика. И на 10 лет. Внизу на резинке. На 8 лет. А здесь тоже на 8. 12 месяцев получается годик. Годик. Это, кстати, комплект. Маленький бодик. Так. И футболка на 14 лет. Большая футболка. На 12 лет вообще ничего не видно, конечно. Придется открывать. Вот, чуть не оторвал самое ценное. Этикетку. Лет указан возраст, свитшот. Пизда. Все? Закончили? А, это, оказывается, была последняя вещь из этого мешка. И на этом мы завершаем наш видеообзор. Напоминаю, что это был детский сток Original Marinos. И на этом все.